Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Интересных и полезных вещей для тех, кто любит готовить, появляется все больше. В преддверии праздника 8 марта хочу рассказать об одной помощнице, которая послужит отличным подарком не только для одной женщины, но и для всей семьи, потому что на столе появится больше полезных, больше вкусных блюд, и с ней начнут готовить даже те, кто не очень любит этим заниматься. Знакомьтесь, кухонная машина Overhof Bridge S48. Чего она только не делает. Но только что сама в магазин за продуктами не бегает. Мы приобрели на юбилей одной хорошей женщине, но мне разрешили ее протестировать. С удовольствием это сделаю, заодно и вам покажу. Может, кто-то присматривается к подобной технике. Но то, что это Overhof, для меня уже знак качества, так как техника эта удобная и надежная. Что же входит в состав этой кухонной машины? Несколько самых нужных функциональных приборов и, что очень удобно, на одной основе. То есть не нужно где-то хранить все эти части. Но если захочется уменьшить размер, то все снимается, ставятся аккуратные заглушки, и места много она не займет. Итак, в составе. Мясорубка для приготовления мясного фарша и измельчения других видов продуктов с тремя насадками для приготовления блюд мелкого, среднего и крупного помола. От куска мяса до готовых котлет время сокращается в несколько раз. Еще к мясорубке прилагается насадка для колбасок. Она служит для заполнения оболочки домашних колбасок, сосисок и сарделек. И насадка кеббе для получения полых трубочек из фарша для последующего наполнения их начинкой. Кроме того, есть еще 4 насадки для пасты с отверстиями различной формы, что позволит сделать домашнюю лапшу, вермишель, спагетти, то есть мясорубка поможет приготовить множество мясных блюд и приготовить пасту. Но это еще не все. В гнездо для мясорубки можно установить слайсер с двумя насадками-терками и натереть или нарезать кружочками овощи. Особенно это устройство пригодится при приготовлении запасов на зиму. Сами знаете, как много всего нужно резать или тереть в этот период. И еще приятное дополнение для тех, кто любит сладенькое. Есть насадка для приготовления печенья с прорезями разной конфигурации. Ну и чтобы не поранить руки, будем пользоваться толкателем. И все это только одна часть кухонной машины. Следующая часть – планетарный миксер. Огромная чаша на 7 литров из нержавеющей стали поместит в себя очень много разных видов теста, взбитых сливок, крема для торта, основы для безе. Вот чтобы сделать, например, пельмени или вареники, это сколько нужно месить тесто руками. А здесь кнопочку нажал и отдыхай. Да и начинку из мяса или творога машина приготовит в момент. Так что домашние пельмешки можно есть почаще. Мои любят вареники с вишней или творогом. Да не вопрос. Сейчас быстренько сделаем. Очень выручает планетарный миксер тех, кто делает домашнюю выпечку. Вкусные десерты. Например, зефир. Простым миксером, когда одна рука занята и не сделать. Или муссовый торт. Насколько быстрее получается. Я уж не говорю о взбитых сливках или мороженом. Насадки миксера так устроены, что все ингредиенты в чаше полностью используются в работе и не остаются на стенках. Процесс смешивания полностью имитирует ручной захват. Но у нас есть еще и третья часть – блендер. Очень солидная стеклянная чаша, вместительная, поэтому можно приготовить в ней что-то сразу на всю семью. Как правило, блендером чаще всего пользуются те, кто предпочитает здоровое питание. Сделать полезный завтрак сможет даже ребенок. Вот самый простой. Кефир, фрукты и злаки. Складываем все в емкость и постепенно увеличиваем скорость. Все, завтрак готов. Быстро, вкусно, полезно. Можно делать различные коктейли, но не только напитки подвластны этому прибору. Сделать жидкое тесто, например, для блинчиков, можно и в чаше, и в блендере, кому как нравится. Можно сделать даже массу для печеночных оладушек. Вот ведь совсем просто. На упаковку куриной печени, а она самая нежная,
Берем 2 яйца, 100 мл молока, пару зубчиков чеснока и 3 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу. Складываем все в чашу, постепенно прибавляем скорость, и печень с другими продуктами перемалывается очень быстро. И вот печеночные оладушки уже на столе. А какие супы-пюре здесь можно готовить? Например, из тыквы, грибной из шампиньонов со сливками. И теперь не нужно проводить заготовкой драгоценное время. Лучше уделить их своим увлечениям, семье, погулять наконец. Миксер, блендер, слайсер и мясорубка. А что еще нужно для приготовления любимых блюд? Мощность этой машины 1300 Вт, емкость чаши, как я уже говорила, 7 литров, а емкость чаши блендера 1,5 литра. Кухонная машина имеет 8 скоростей работы, работает не громко. Конструкция проста, все элементы легко устанавливаются, снимаются, чаша закрепляется для устойчивости, а головка миксера поднимается и опускается при необходимости. А если кажется дорого, так она себя очень быстро окупит, ведь можно приготовить изысканные блюда из простых недорогих продуктов, заботиться при этом о своем здоровье. Да и сколько вашего времени экономится, а оно-то как раз на вес золота. Мужчины, если вы любите вкусно поесть, советую присмотреться к подобной технике, как к подарку для своих дам. Они скажут вам спасибо, а вы точно в накладе не останетесь. Приятного аппетита, делайте хорошие покупки. Всего вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!